Глядя из окна на крыше небольшого дома в родном городе, я мог видеть луч света, тянущийся до самого неба. Место, откуда шел этот луч, то место, куда я стремился. Эрудитио, город передовых технологий и множество магических творений. Город, символизирующий мое стремление к лучшему будущему. Спустя несколько лет, для сбора энергии, люди Эрудитио решили построить башню в моем родном городе. Я устроился строителем той башни. Иксборг, проверь водопровод в том месте. Однако, все мои несчастья начались с того момента. Я получил химические ожоги от той ядовитой жидкости из трубопровода. Я практически постучал в дверь смерти, и меня доставили в Эрудитио для лечения. Я никогда не думал, что попаду в город моей мечты подобным образом. После долгого, болезненного лечения и модификации моего тела, я все-таки выжил и стал одним из магических творений Эрудитио. 5 лет пролетели незаметно. Я покинул Эрудитио и вернулся в родной город. Но некогда красивое поселение исчезло навсегда. Все, что от него осталось, это руины под башней. Моя мечта была разбита. Остались лишь воспоминания, наполненные агонией. Почему? Как это случилось? Зачем? Технология изменила мою жизнь. Но не так, как я себе это представлял. Все было разрушено. Гнев затопил мой разум. Технология! Эрудитио! Я сожгу вас всех! Смерть, смерть, тупый яд, как ушел, мертвое дело.